Президент Садыр Джапаров принял участие в посадке деревьев совместно с главами государств, прибывшими на саммит Шанхайской организации сотрудничества в городе Самарканд. В символичном событии участвовали лидеры и других стран. Совместная посадка деревьев состоялась в туристическом комплексе «Шелковый путь Самарканд», где проходит саммит ШОС. Также президент Садыр Джапаров совместно с главами стран посетил комплекс «Вечный город», где осмотрел базар, стилизованный под средневековье, ремесленные мастерские по изготовлению гончарных изделий, шелковой бумаги, ювелирных украшений, ковроткачества и другого. После ознакомления с «Вечным городом» главы государств перешли на неформальный ужин, сопровождаемый праздничной концертной программой.